В Красноярске вновь подорожал бензин на заправках «Красноярскнефтепродукт». Цена за 92-й поднялась сразу на 1,5 рубля. Литр самого ходового топлива сейчас стоит 31 рубль 90 копеек. Изменились цены и на другие категории бензина. 95-й теперь стоит 34 рубля 30 копеек, 98-й – 35,5 рублей. Цена на топливо также подняла компания «Магнат РД». На заправках 25 часов цены не изменились. На «Фортуне Плюс» подешевел 98-й. Самые низкие цены сейчас на заправках «Газпромнефть». По мнению экспертов, это не единственное повышение цен за ближайший месяц. Реальная цена, ну вот примерно, я прогнозирую, что она должна вырасти еще на рубль, еще на 1,5, если ничего не произойдет, если не откатится назад, но мы таких предпосылок не видим, то реальная цена заправка в ближайшую неделю-две должна подняться плюс рубль, плюс 1,5. Еще почему это происходит? Потому что многие, когда у нас зимой последствия кризиса стали более ощутимы, и тогда нефтяные компании решили, что хорошо, мы будем производить меньше, но маржу хотим ту же самую. И поэтому просто подняли цену, еще такая простая экономика.